На время учебы в Балаковских вузах и СУЗах студенты смогут снимать муниципальное жилье. Со своей стороны администрация района будет приводить муниципальный жилой фонд в порядок. При этом родители студентов во время всего периода обучения своего чада также должны вкладываться в содержание съемных квартир и комнат. Все четко. Нам не нужен судебных разбирательств. То есть мы сдали в коммерческий наем квартиру, он платит коммунальные услуги, ну и цену за коммерческий наем. Она минимальная. Если мне память не изменяет, вот по трех комнатам сегодня закупка 1000 рублей, в том числе. Ну, это можно спросить у Лятина, да, точно цифры скажет. Все эти деньги будут направляться на ремонт и восстановление нашего жилья, в том числе и чайника. В этом году, значит, мы будем пытаться, мы уже ведем переговоры, встречаемся с директорами, с ректорами вузов, чтобы те родители, которые не могут себе позволить снимать квартиры, мы будем предоставлять им комнату, то есть чайки, за минимальную цену, чтобы они жили. Но родители, в силу тех договорных отношений, которые у нас будут, ставят окно, их приведут в порядок, понимают, что в течение 5 лет, пока ребенок будет учиться, у него будут условия для проживания.